Итак, дорогие зрители, сегодня мы вам представляем реализованный проект «Материя театра» Вера Доминиковна Гонцовска. Ваши аплодисменты. Да. Да. Вот. Итак, сегодня мы с нашим оригинальным художником, который работает в оригинальном жанре, подумаем, как бы нам искать вдохновение. Мне просто тут сейчас пьесу надо написать, а я никак не могу словить это вдохновение. Поэтому я пришла вот позаниматься арт-терапией с Верой Доминиковной. Так, что нужно сделать, Веруня? Вот так вот, да? Так, да? Сейчас. Не так? Да. Так, я сейчас попробую. Это не хватается как-то. Какие-то небольшие слишком. Мне надо маленькую. Маленькую. Значит, я буду руководителем. Ты берешь эту палочку, да? И что нужно делать? Маленькую. Маленькую. Да. Да, маленькую палочку берешь, окунаешь в красочку, да? Да. Покажи, как ты это делаешь. Давай. Ага. И в этот момент, именно в этот момент, дорогие зрители, приходит вдохновение. Посмотрите, как она это делает. Ой. Приходит вдохновение, посмотрите, как она это делает. Какие чудесные, какие прекрасные линии. Вы только посмотрите, да это же просто шедевр художественного искусства. А можно я попробую? Можно за кулиска попробовать? Не, это я кушать не буду. Ну вот, поэтому, если вдруг вам нужно будет найти вдохновение, обращайтесь к нам. Мы с Верой Доминиковной устроим вам такой мастер-класс, что мало не покажется. Ох, это точно. Кушай. Фу, ой, как невкусно. Еще говорят, акварель на меду. Ничего не на меду. Все, ладно, Вера Доминиковна. У меня, кажется, вдохновение пошло. Пойду писать пьесу. Так, о, пошло, мысль пошла, кажется, гениальная.